хизмет алдынгылары парадын башлыйбыз. Дорогие друзья, начинаем парад передовиков производства. Открывает парад праздничная повозка «Фаэтон». В былые времена такая повозка с нарядными юношами и девушками, с гармонистом, ехала на место проведения национального праздника «Сабантуй». Подготовил «Фаэтон» глава крестьянского фермерского хозяйства Солхан-Шишме Хабиров Рамиль Наилевич. Парад передовиков сельскохозяйственного производства заслуженно, и это продолжается несколько лет подряд, возглавляют работники общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Базы», которое своими высокими показателями является авангардом в районе, также один из передовых хозяйств республики и всей страны. Перед трибунами проезжают многократно отмеченные высокими наградами России и республики заслуженные работники «Солхан-Шишме», бригадир Албат Тагатаров, трактористы Ригат Гайнетинов, Рустам Ялалов, Инфа Гайсин и Жак Бакаев. Давайте поприветствуем знатных дружеников полей и фермеров. Честь и слава работникам села! Ура! Матур казанышлары, зур хизмет жигулери билен данлы герой авыл хужалыгы жетештирү кооператив колхозу вакилләре алдынгылар парадын дәвам итә. Сезнең алда хужалык рәисе, Россия Федерациясе һәм баш Кыргызстанның ат казанган авыл хужалыгы хезмәткәре Фәргать Фәритулла Вагапов җитәкчелегендәге зур хезмәт жигулери яулаган булдыклы игенче һәм терлекчеләр, бригадир Әхмәтҗанов Назир Әхләмулы, баш ихтисасчы Алик Рахимов, механизаторлар Ринат Самигуллин, Ринат Усманов, Ильшат Даутов, Ленар Хабибуллин, машина белән сыер саучы операторлары Рәмиля Сиддикова, Туктая Хайрулло, Зельфия Хамадиева, геройлар район күрсәткечләрендә алтын хәрефләр белән уеп язылды хезмәт билгеләре белән данлы. Алдынгыларга зур хөрмәт күрсәтик. Ура! Трудящиеся сельскохозяйственного производственного кооператива «Октябрь» вносят свой вклад в успехи нашего района. Сегодня на параде хозяйства представляю председатель кооператива Альберт Федаевич Гусин, водитель Анвар Шангариев, животновод, ветработник Рашид Сайранов, операторы машинного доения Рима Батырова, Резида Ярмилова, Зульфия Кашаева, Гользифа Акчурина, телятница Регина Сирозитдинова. Восславим самоотверженный созидательный труд сельчан. Ура! Ура! Заря ауыл хужалыгы кооперативы районда тотырыклы рәвештә иң яхшылар исемлегенә керә. Парадта баш агроном Азат Гайсин, баш зоотехник Раниса Магалимов, комплекслы бригада бригадиры Марат Казыханов, комбайнчы Руслан Латыпов, механизатор Ильнур Каримов, машина белән сыер сау операторы Тестиме Гарифуллина, бозау хорошая Флорида Якупова, терлекче Айнур Гарифуллин катнаша. Хезмәт алдынгыларына тиңдәшсез. Ура! На параде также участвуют механизаторы сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Победа», главный инженер Ильдар Мельнегалиев, операторы машинного доения Лида Исламова, Эльвира Хамидуллина, телятница Алида Агалдинова, механизатор Рафиль Шарафутдинов, водитель Ильшат Хамадинов, ежегодно добивающиеся высоких производственных показателей. Благодаря им хозяйство уверенно держится в числе передовых в районе. Честь и слава их труду. Ура! Җаваплылыгы шикләнгән Байбулат җәмгыяте игенчеләре һәм терлекчеләренең фидакарьлеге дә районыбыз чикләреннән еракларга таралган. Әнисе шушы хуҗалык алдынгылары, электр газ белән эретеп ябыштыручы Эфир Сиддиков, баш инженер Альберт Хамизов, терлекче Дамир Нагиев, механизаторлар Вильмур Исламов, Марат Гимаев, водитель
Ильвер Галинна күрәсез. Егетләр көнне төнге елға хезмәт салалар. Шуларға да егіншілікті, һәм тірлікшілікті де матур уңышлар яулана. Хезмәт батырларына дан һәм хезмәт. Ура! Руководит обществом с ограниченной ответственностью Юлдаш, воин-интернационалист, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан Хаматдинов Арагис Раисович. И это небольшое хозяйство вносит достойный вклад в развитие экономики района. На параде вместе с руководителем принимают участие главный инженер Ильшат Хабиров, рабочие кладовые Зарифа Хусаенова, главный ветеринарный врач Алмаз Сираев, операторы машинного доения Гульсина Шамсутдинова, Гульназ Гумерова, тракторист Арамель Сабиулин. Равняйтесь на передовых! Ура! Сіздің алды мейден хыжалары Фенис Радиуламаннаны, жетекшілігіндегі Алға ауыл хыжалығы жетестіру кооператив колхозы ұнғанлары ұлза. Автомашинада хыжалықтың баш инженері Ильдар Гереев, сыйысаушылар Зиле Шайхыдинова, Эйзы Санматова, Миреша Таипова, механизатор Ильдар Мухамеджанов, тракторшылар Энвер Хайридинов, Хабиб Ханнанов, урын алған. Исемлерін жесімлері білен алғылап, бұл қыжалық ұлғанларына да зұр жегілер елінен ұшанышты алға бара. Алғынғылар күшті алқышларға лайық. Ура! Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие, машинно-технологическая станция «Центральная» в нашем районе представлена двумя отделениями имени Марселя Кузина и Знамя. Его передовики вносят свой вклад в развитие сельскохозяйственного производства района самоотверженным трудом, высокими производственными показателями. Перед трибунами вы видите представителей МТС, ведущего бухгалтера Федана Шаймурадова, заведующего мастерским Федуса Гафиатуллина, рабочего по уходу за животными Рустама Миранова, оператора животноводческих комплексов Ильяса Сабирова, трактористов-машинистов Арадиса Вахутьянова, Индира Акзамова, водителя грузового автомобиля Ильшата Фатхадинова, чей труд достоин уважения. Ура! Ленин есімдегі ауыл хыжалығы жетештіру кооператив колхозының хызмет алдыңғылары арасында баш инженер Айрат Галиев, тракторшы машинистлар Рафиль Рашитов, Руслан Султанов, Владик Рахметов, машина білен сыйыр сау операторлары Зифар Русланова, Расиме Рахманова күресіз. Ленинлылар да ырымлы адамлар белән зур хезмәт җигүләре яулый. Илебез келәтләрен байытуга зур өлес кертә. Дан һәм хезмәт аларга. Ура! Замыкает парад команда глав крестьянско-фермерских хозяйств района. За рулем глава крестьянско-фермерского хозяйства Данис Габсалямов. В машине сидят его коллеги Гали Хазиев, Салават Исхаков, Рим Сайфуллин, Ришат Латыпов, Рамиль Гайсин. Их каждодневный труд отражается в экономике района высокими показателями. Слава труду сельчан! Пусть наши доблестные труженики и впредь приумножают славу нашего района. Ура! Ура! Бейрем Агыман Билар Сапетчилар Девам Ите. 2008 елның майында Шиокмағыш Балалар Кусмирлер Спорт Мектебінде Билар Сапет бүліге ұйыштырылды. 300-ден ордық бала тәрбиеледі. Олар арасында 3 спорт мастері, 21 спорт мастерына кандидат, 26 чемпион һәм Башқұртыстан Республикасы кубогы этаплары жеңішілері. Өсмірлер велосипед бойынша бірінші категорияда тренер Радим Вилюла Хажиев һәм Екатерина Викторовна Галямеддинова жетекшілігінде шұғылданды.